Делегация Тамбовской области под руководством главы административного центра Александра Никитина прибыла в Татарстан. Знакомство с опытом работы социальных сфер республики было решено начать с Казанского университета, ведь тенденция современного мира такова, что качественное образование является настоящей необходимостью. Конечно, мы для себя просто делаем вывод о том, что нам просто необходимо с вами усилить взаимодействие, многому поучиться, многое перенять, установить такие кооперационные связи не только с точки зрения получения опыта, но и между профессорско-преподавательским составом. Из всего числа институтов Казанского университета особый интерес делегации вызвал Институт фундаментальной медицины и биологии. Фактически медицинские и междисциплинарные исследования являются ориентиром современной медицины. Впервые гости из Тамбовской области посетили симуляционные и имитационные центры, лаборатории и многое другое. Все увиденное вызвало у гостей университета бурю эмоций. В общем и целом, все это говорит о том, что вы не просто на правильном пути, вы, как всегда, впереди всех. Вот, поэтому я искренне хочу пожелать всем успехов, удачи. Такую высочайшую планку, которую вы взяли, ее ни в коем случае не ронять, да, идти смело вперед, ну и мобилизовывать за собой все сообщество, медицинское, научное, образовательное. Вот, ну, студентам еще раз самое наилучшее пожелание. К такому врачу, выпускнику такого профиля и с таким базисом знаний, конечно, не страшно будет идти. Гостям университета было предложено отработать свои навыки на симуляторах и даже провести операцию. Александр Никитин отметил, что понимание того, почему институт показывает лучшие результаты, приходит именно после таких экскурсий. Адель Мухаметшина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.